Маленьких пациентов областной детской клинической больницы посетили спасатели. Рассказывали детям о правилах безопасности в различных ситуациях. Многие малыши стали пациентами больницы именно из-за несоблюдения правил безопасности. В период летних каникул заметно увеличивается количество обращений в отделение травматологии. Если зимой здесь принимают 20-25 детей, то летом эта цифра достигает 60 обращений, рассказывает зав. Отделением больницы. Во время летних каникул чаще преобладает уличная травма. Это падение с дерева, падение с каких-то возвышенностей, крыши, гаражи, выбивалки. Чтобы обезопасить мальчиков и девочек от повторения неприятного жизненного опыта, пожарные напомнили им основные требования безопасности как в быту, так и на отдыхе. Особое внимание уделили правилам пожарной безопасности. Ежегодно на территории Запорожской области происходит порядка 30 пожаров по причине детской шалости с огнем, поэтому мы провели инструктаж по правилам пожарной безопасности, объяснили детям, как себя нужно вести в случае пожаров. Также маленьким слушателям рассказали правила поведения на воде. И, конечно, актуальным сейчас является правило поведения при обнаружении опасных предметов. Не трогать неизвестные предметы, ну, например, там детские игрушки, которые валяются, могут в поле валяться, потому что в них могут закладывать будь бомбы или мины. Кроме профилактической работы спасателей, важно, чтобы родители не забывали учить детей правилам безопасности.